язычок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва, грузовичок, к нам с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберет. Грузовичок Лёва. Посмотри скорее. Ты видишь, кто едет по детской площадке? Это грузовичок Лёва. Он выгружает из кузова новые детали. Лёва, какую машину ты будешь собирать сегодня? Это бульдозер? Угу. Как интересно! Начнем. К большой оранжевой раме прикрепим зеленый мотор. Поставим сиденье для водителя. Соберем кабину. Теперь колеса. Два с одной стороны и два с другой. Вот эти маленькие колесики будут помогать гусеницам крутиться. А эти зеленые детали соединят все колеса вместе. А теперь соберем ковш, которым бульдозер будет разравнивать землю. Нам понадобятся вот такие детали, чтобы прикрепить ковш к бульдозеру. А это выхлопная труба. И руль. Лампы для подсветки. И задние фонари. Вот и первая гусеница. А вот второй гусеницы не хватает. Лёва, сможешь ее найти? Ой, что это? Посмотри, Лёва! Кто-то сделал из гусеницы бассейн с мячиками. Вот это да! Вытаскивай гусеницу аккуратнее и клади себе в кузов. Поехали! Теперь все на месте. А бульдозер может помочь нам убрать мячики на место. Thank you.
Спасибо, бульдозер! И тебе спасибо, Лёва! До новых встреч!